Всем привет! Получается, в Z находимся. Здесь отдел мягкой мебели. Z — это у нас алматинский производитель. Все сделано в Казахстане. Ну, там по пластику есть какие-то вещи, они импортируют. Ну и тоже много что делают своего. Ссылки на магазин я оставлю в описании. Ну и тут можно так пройтись. Вот такой вот диванчик угловой. 136 тысяч. Маленькие раскладные диванчики. 48 тысяч. Цвета в ассортименте. Вот уже 38 со скидкой. Ну и все вот в районе 48. Плюс-минус. И кожаные. Мощные. Вообще здесь мебель такая очень демократичная и неплохая по цене, соотношение цена-качество. Еще один диванчик. 90 тысяч. Еще диванчики. Но у них очень такой неплохой сайт. В принципе, на сайте можно посмотреть и подобрать более удобно. Угловой диванчик 300 тысяч, 287. Вот такой. Вот еще шикарный, такой большой. Он как бы угловой. Еще и открывается здесь. Ух, огромная емкость такая для хранения каких-то вещей. Разнообразные ножки. Ну и обивка может быть разная. Здесь диванчики. Он такой, это в английском, что ли, стилен, хотя могу путать. Он еще раскладывается. Ну, вот уже раскладывается. Здесь вот эта поднимается часть, нижняя часть задвигается, получается больная, большая такая двухспальная кровать. Подушки в ассортименте по 1700, 2,5. Столик компьютерный. Ну, это же не компьютер, он такой прикроватный. По-моему, картой, да? Нужна будет карта. Эти у нас диванчики по 50 тысяч, 54, 54, 70, 60. Здесь такие здоровые, да? Угловые. 200. Но этот уже кожаный, видимо, да? Подороже такой. Нет, это не кожаный. 600 тысяч. Ну и вот такие по 180 тысяч, в принципе, очень такой, да, огромный. За всего 180 тысяч, ну, $500, да. Тоже, наверное, раскладывается, да? Ну да, они все примерно одинаково раскладываются. Вот эта часть поднимается. Нет. А нет, здесь. Здесь только та раскладывается. Вот хорошенький. Вот тут, пожалуйста, снимите. Тут серый. Мне кажется, мы только там. Да, здесь, в принципе, мебели просто очень много. Ну, пройти сложно, да. 170 тысяч. Ну, такие угловые диваны от районе от 170 и уже дальше больше. 86. Эти по 65. Вот кожаный диванчик такой. Или кожезаменитель. Кстати, такой неплохой. Куда-нибудь в офис можно. 40 тысяч. Это прям толстый такой кожезаменитель. Видимо, но он прям по ощущениям толстый-толстый. Видимо, очень износоустойчиво. 50 тысяч, 80 тысяч, 70 тысяч. Вот это английский уже, да, получается, видимо, что-то типа английских стилей. Нам такой надо, думаю, черный. Да, вот такой угловой, черный как раз для наших деток, чтобы они могли. Играть. Да, мебель, большой выбор здесь. Ну, китайские подушки. О, китайские. Английские, видимо, 1300. И материал такой толстый, брезента подобно, износоустойчивый. Ну, еще мебель. 200 тысяч, 300 угловой. Но здесь уже тоже материал что-то типа кожи. Мощно. И дальше диванчики. Еще. Так, сейчас мы пойдем на второй этаж. Да, еще у нас есть мебель. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. И вот еще мебель. 40 тысяч. Кресло по 30 тысяч. Здесь диванчики такие. По 50 тысяч. Ну, классно. Вот, прям интересно сделано такое. Тоже 50 тысяч. Все, мы поехали выше.